Ненецкое региональное отделение Союза женщин России готовится отметить пятилетие. В преддверии первого юбилея Союза женщин прошло обсуждение проекта «Свет души». Он будет реализовываться совместно с Наринмарской и Мезенской епархией. В основу проекта ляжет воспитание духовности. Любовь к родине, семье и Богу прозвучала на этой встрече не только в песне. Проект «Свет души» направлен на развитие традиционных ценностей. По словам руководителя проекта Натальи Чичуевой, воспитание правильных ценностей благодаря государственной поддержке и взаимодействию с православной церковью и общественными организациями даст положительные результаты. Но самое-то главное – это забота, скорее всего, вот, каждого русского, каждого сердца русского о судьбе России. А судьба России, она неотделима от православия. А любовь к Богу – это любовь к родине, это любовь, естественно, к детям, это любовь к тому месту, где мы живем. Это генетически заложено в русском человеке. О судьбе России и важности духовного воспитания на мероприятии говорил и клирик Наринмарской епархии диакон Антоний. Я пытался рассказать слушающим о том, что есть православие на самом деле. Потому что каждый православный служитель, каждый церковный человек, уже церковный, он знает, что многие люди приступают порог храма с розовыми очками, с неправильными представлениями о церкви. Очень обидно бывает, когда люди думают, что православие – это только кулич на Пасху и несколько раз поцеловать икону за год, когда припечет, когда будут сложные обстоятельства жизни. Обидно, когда православие для человека – это только обряды. Чтобы духовность была не только обрядами, а духовным началом, по словам диакона Антония, нужно тесно взаимодействовать с образовательными учреждениями округа. И если это делать вовремя, то ситуации, подобно в Украине, никогда не повторится, когда целое поколение было взращено на ненависти, поддержке нацизма, жестокости и отрицанию героизма советского народа в годы Великой Отечественной войны. Правительство России, Русская Православная Церковь объединили силы, чтобы будущее России было достойным. Еще в 15 веке известный старец Филофей, монах Спаса Елизарова монастыря, писал о том, что перед Россией стоит колоссальная духовная задача, так как она, по сути, осталась единственной православной страной на земле. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».